Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить зло внутри. Joseph, you've got to be alive. Эпизод 14. Скрытые мотивы. Итак, дорогие друзья, мы в метро. Неожиданно, но, в общем-то, так мы и планировали, потому что нам надо попасть на тот поезд, который раскорячился прямо между больницей Маяк и всем остальным этим хаосом. Так, впереди я вижу... Нет, это не патроны, это просто какая-то хрень. Просто какая-то хрень, а здесь... Неужели здесь ничего нету? Слушайте, здесь и правда ничего нету. Так, давайте-ка... Да, кстати, вот что я хотел еще заменить. Мне нужно поставить на троечку вот этот дробовик, а не тот двухствольный. Да. Такие дела. Ага, здесь не пройти. Ну что же, ладно. Здесь тоже. В метро, я чувствую, нас ожидает нечто... Нечто ужасное, дорогие друзья. Возможно, даже тот подводный монстр. Здесь же вон все течет, все капает. Ну-ка, с этой стороны у нас ничего не припрятали? Нет, удивительно. Пока что как-то ни одной нычки. Стоп, что использовать? Опачки. Ой-о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 й! Какого хрена? Фак, это... Какого черта? Ни хрена себе. Вот отстой. Дурацкий автомат. Я поначалу еще прочитал братан. Думаю, че, какой братан? Потом братан, ага. Кстати, вместо буквы Т здесь вот этот вот как раз. Ай, господи, клинышек, да. Как это еще назвать-то по-другому? Клинышек. Ну вот. Я думал, сейчас мне жишки выкатятся оттуда. Ага. Фигу тебе, а не жишки. Так, ну что-то пока... Пока я никого не вижу. Но раз у нас здесь уже начали вот эти вот попадаться... Опа. Патрон для дробаша. Отлично. Так, ну, блин, опять у меня фул. Да. Надо бы где-нибудь найти... комнатку. И, наверное, все-таки проапгрейдить мне... дробаш побольше патронов. Побольше патронов. Что, опять? О, ё-моё, да, мне точно надо найти где-нибудь сохранение. О, большая аптечка. Вау. Ну, или же пострелять просто нужно. Всего-то делов, правда? Так, у нас здесь контрольная точка. В ящиках немного жижи, отлично. Так, а, вот. Вот, собственно, и оно. О, боже мой. Ё-моё, сколько там... Чё это? Он ходит и расставляет их, что ли? Да ладно. Прикол. Шикарно. Мамочки мои. Мамочки мои, сколько их здесь? Так, ну мне, чтобы до баночки-то добраться, придется поработать. Придется поработать револьверчиком. Так. Так. Ну, блин, а этот-то что, не взорвался? Зараза. Была бы у меня бутылка какая-нибудь. Может быть, я бутылкой бы взорвал, но нет. Что ж такое? Так, соберем. Я думаю, может быть, с другой стороны двери еще что-то. Что-то лежит. Может, и не лежит. Я не знаю. О, боже мой. Слушайте, взорву я, наверное. Господи. Один патрон не так уж и много. Чем тратить здоровье. Ну вот, эта фигня не открывается. Я думал туда внутрь зайти. Ну да ладно. А, бог с ним.
Так, вниз мы пока не пойдем. Там нас явно ожидает... трупешник лежит, но это ерунда. С ним мы расправимся. Там нас явно ожидает что-то интересное. Ай, надо было вышибать. Надо было... Блин. Не нравится мне. Ёп! Фу. Кстати, ну-ка посмотрим, проверим мою теорию. А, не, нифига. Видите, вот эта зона синяя, она и здесь такая же. Что на той мине была она вот в этом месте, что на этой, как я и предполагал. Вот эта вот, как бы, моделька, она для всех едина. Она не отличается от мины к мине. Да ты что, издеваешься? То есть я пока открываю ящик, ты пикаешь, зараза? Блин. Ну-ка. Фух. Да, хорошо. Хорошо, что у меня есть достаточно времени на то, чтобы обратно успеть сесть. Очень хорошо. Так, ну, в общем... Так, берем большую аптечку. Кстати, четвертая, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Да, у меня четыре большие. Как я уже говорил, я не знаю, как мне в битве с боссами их применять, потому что персонажа колбасит после нее. Просто люто колбасит. Просто его, не знаю, шарашит из стороны в сторону от этой аптечки. Но с другой стороны, наверное, все же лучше использовать ее, чем сдохнуть, правда ведь? Да, значительно лучше. О, подземка, смотрите-ка. Да, три линии. Что за город? Ну, то есть, да, что за город, это понятно. Кримсон Сити. Что у них тут за станции-то? Чёрч Стрит, Континентал, Опера Стрит, Брукс. Ничего особенного. Кримсон Порт. О, порт. Да, здесь и порт есть у нас, оказывается. Ладно, пошли отсюда. Вот что классно, смотрите. Опа, здесь уже минка не работает. Мне обязательно нужно зайти туда. Тихо. Что за звуки? Господи. Какие-то звуки. Обязательно нужно зайти, чтобы как бы мина меня увидела. Только тогда она как бы начнет реагировать. Что у нас, еще один дневничок? Отлично. Письмо Майры. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, то, боюсь, случилось худшее. Это означает, что я подобралась слишком близко к разгадке. Это означает, что, возможно, мы больше никогда не увидимся. Извини, что не была с тобой откровенна, но я хотела тебя защитить. Либо от правды, либо от моего безумия. Здесь копии моих документов. Надеюсь, они никогда не попадут к тебе в руки. Но если все-таки ты их получишь, тогда ты должен закончить то, что я начала. Пожалуйста, добейся правосудия. Ради Лили и ради меня. Люблю тебя всем сердцем, Майра. Что-то я вот немножечко не понял. Это как это вот так вот? Это... Да я воспользуюсь, да-да-да. Я воспользуюсь, сестра. Меня так не пугайте. Я вот кое-чего не понимаю в том плане, что он как бы это заранее знает, вот то, что вот я читаю. Потому что некоторые вещи были написаны как бы из прошлого. А это вроде как-то из настоящего, слушайте. Я даже не знаю. Так, давайте емкость магазина. Вот, ха, мне подсказку типа дали. Прокачивай емкость магазина, а не запас патронов. Ну, вот, собственно, контраргумент. Во-первых, емкость магазина дает плюс один патрон до четвертого уровня. И стоит это 4000. До этого было 2000, по-моему. Далее смотрим. Запас. Патроны для дробовика. Здесь дается плюс 2 каждому. И... На третьем уровне, с третьего на четвертый, 6000. То есть по цене примерно одно и то же, но патронов я получаю в запасе больше у себя.
Так что мне выгоднее качать патроны для дробовика, правда. И, наверное, так стоит сделать. Но вот мне не нравится, что здесь всего плюс 2. И чтобы настоящий профит получить, мне надо качнуть на 5 уровень. А там цена такая, что ого-го. Ладно. Мне нужно качнуть ускорение обязательно. Без этого никак. Следующий у нас 30 тысяч. На 5 уровне увеличится скорость восстановления сил. Да. Клево. Клево. Так, так, так. У меня 13 500 осталось. Тут нужно 30. Я не прокачаю это 30. У меня так и останется до конца игры по-любому. Так, лечение шприцами я тоже, наверное, уже не вкачаю. Здоровье можно, конечно, поднять. Но не думаю, что в этом бы особый плюс для меня сейчас будет. Сейчас мне бы прокачать урон. Разрывной болт я качнул. Это хорошо. Больше в болтах я ничего качать до конца игры уже не буду. Так, патроны для магнума я пока тоже качать не буду. Вот, возможно, стоит дробовик сейчас качнуть. Но я немножечко подумаю. Так, вот с множителями урона лучше разобраться. Плюс 20% к револьверу. Или же у нас плюс 20% к магнуму. Даже не знаю. Точность бы магнуму поднять, но уже поздно, по-моему. По-моему, уже поздно поднимать точность магнуму. Хорошо бы урон поднять. Урон поднять для револьвера. Было бы неплохо совсем. Еще плюс 20, а потом 200. И вообще, револьвер это очень-очень мощное оружие получится. Опять же, не уверен. Давайте я качну патроны для дробовика. Они явно пригодятся. Потому что в основном я пользуюсь пистолетом. 50 патронов для пистолета мне не нужно. У меня практически никогда не бывает оверкапа патронов от пистолета. Практически никогда. Так. И, наверное, множитель урона или же множитель урона для магнума качать. Магнумом я воспользуюсь, наверное, только в конце игры. То есть, опять же, наверное, револьвер буду качать по мощности. Да. Скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Спички я уже не буду качать. Пусть останется 15. Вполне достаточно. Просто в какие-то моменты игры бывает, что спичек слишком много, а в какие-то, что их совсем нету. И получается, что если ты накопил, то ты молодец. А нет, так нет. Так, у нас новая газета. Давайте почитаем. И новый пропавший. Айвен пропал. Айвен Диас. Журналист-фрилансер не вернулся с расследования. Его автоаппарат и блокнот найдены в деревне Элкривер. Айвен. Почему-то все время переводят Айвен. Айвен, Айвен, Айвен. Тут натуральный Иван. Ну, может так и правильно. Не знаю я. Хотя пишется одинаково. Сгорело здание шпионской организации. Полиция произвела аресты. Местный центр социальной помощи сгорел дотла. Кое-кто утверждает, что он служил прикрытием для иностранной разведки. Чё за чушь? Центр социальной помощи, прикрытие для иностранной разведки? You fucking serious? Ну, я так понимаю, здесь не будет для меня послание от этого мужичка, потому что они всегда очень очевидны. То есть, если мужичок хочет что-то мне рассказать, это мне прям в лицо бросается. О, карта-то практически собралась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, стоп, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 штук я не нашел. Ё-моё, еще. Я найду, наверное, один, может, два. Вот. У меня есть один ключ. Кто-то сказал, что слева от световых болтов будет ништяк. Ну, я не знаю. Давайте проверим. О, баночка. 7000. Е-е-е. Шикарно. Шикарно. Слушайте, ну, спасибо, спасибо. Если здесь действительно в каждом ящике фиксированный предмет,
И он не рандомно там генерируется. Ты клёво, слушайте, тогда я могу где-нибудь найти карту, что ли, этих ящичков, узнать, что в каждом находится. Это будет очень читерски. Да. И жаль будет, что я об этом узнал только в конце игры. Так, ну и качнем тогда револьвер, множитель урона. Да. Следующий 20 тысяч. 20 тысяч. Скорострельность можно еще прокачать за 2000. Время перезарядки, емкость магазина. А, емкость магазина можно. Плюс один патрон. Ну, плюс один патрон. Плюс один патрон. Какая туфта-то, ну, в самом деле. Прям вот даже серьезно на это не взглянешь. Плюс, блин, один патрон. А тут патрон для винтовки в запасе. Тоже плюс один патрон. Потом только плюс два будет. В общем, да. Беда. Беда, я вам скажу. Гранаты. До 5 штук можно довести. Ладно, не буду пока растрачивать гель, потому что мало его, очень мало. Хорошо бы, конечно, да, знать, где что лежит. Там нужно что-то, взял патроны для магнума, нужно там разрывные болты, взял разрывные болты. Вот это было бы отлично, но тут, конечно, рандом, нас заставляют играть в рандом. Вон, видите, у меня уже... Ладно, запишу сюда, потому что это начало главы. Все, уже кап сохранений. Я уже делал по сохранению, блин, на каждую главу, и все равно мне недостаточно, нужно больше. Так. Отправляемся назад, и сейчас... Сейчас-то у нас наконец-то начнется 14 глава. Суровая, жестокая 14 глава. А, стоп, патроны. Нафига качал? Если не возьму в итоге. Так, один и второй. Отлично. О, спринтец-то у меня прокачан. Вон сколько бегаю. Отлично вообще. А на максимальном уровне я там буду просто пулей носиться. Плюс еще скорость восстановления будет моментальная практически. О боже ты мой. Твою-то мать. Ё-моё. А ты чё не падаешь-то? Хрена себе. Надо было с самого начала так сделать. О боже мой! Fucking cockroach. Он знает, где я. Вот гаденыш. А, боже ты мой. Ну давай, лезь сюда, лезь. Да ептицкая мать, как ты меня достал с этими руками? Ненавижу. Я от них убегу, это понятное дело. Но, блин, ты достал реально. Они еще путь обхода ищут. Да упади, мразь! Ух, я не могу, он достал просто меня, слушайте. Гори! Ё-моё. Просто беда. А, осталось после него? Да, конечно, осталось, ёлки-палки, чё это я? Фух. У него же головы нету. Куда я ему стрелять, блин, буду? Куда я ему буду стрелять? Жалко, что на этого только потратил дробовик. Надо было, конечно, быстро подбегать сразу же. Боже мой, что там? Там чувак. Но он пригвожденный. Болтами, походу. Так что... Наверное, сейчас болты эти смогу забрать. Но я как бы не уверен в этом вообще. Что же мне делать-то с ним? Наверное, если я выну эти болты из него,
Он оживет. О, боже мой, тут мина. Твою мать, а. Ну-ка. Ага. О боже ты мой. Все. Вся проблема, блин, решается просто. Да, надо было мне, конечно, болтами-то попользоваться. А что делать? Ага, использовать. А если я сейчас это... Ага, ну понятно. В общем, мне либо обезвреживать, либо выстрелить. Обезвредить я вряд ли смогу, так что придется стрелять. Сейчас. Все. Ну, странно, мне даже кнопочки нажимать не надо. Ну, отлично. Ну, отлично, блин. В общем, я так понимаю, веселье началось, да? Ну да, веселье началось. Это, так сказать, все присказка была. Сказка у нас будет сейчас. Блин. Ну, открываем. Что делать-то? Ага. Ага. Отлично. Фу, ну вообще шикарно. Там у нас копии Рувика. Тут у нас еще хрен пойми кто. Эти еще подвешенные какие-то. Так. Ага, снайперкой бы воспользоваться, конечно, хорошо было бы сейчас. Снайперкой было бы хорошо воспользоваться. А у нас там снайпер, я так понимаю, да? Угу. Даже не снайперы. Я скажу вам, хуже там. Хотя нет, этот снайпер. Отлично. Мне бы тут свет выключить. Вот это было бы козырно. Он что, сюда сейчас пойдет? О, боже ты мой. Господи. Где он? Где он? А-а-а, беги, беги, беги. Что? Что? Он что? Он ваншотит этой штукой. Нифига себе. Слушайте, ну вот это я, конечно, не знал. Вот это, конечно, для меня просто открытие. Оказывается, он ваншотит. Эту штуку хватает и затягивает, и все. Блин. Ну дела. А как к нему? К нему скрытно не подберешься. Да? То есть, в принципе-то убежать от этой фигни несложно, да? Сейчас я только патроны заберу, они мне пригодятся. Так. Надо бы вот этого с пулеметом в затылок грохнуть. Потому что в лоб он не бьется, а в затылок пробьется. Тихо, тихо, тихо. О, боже ты мой. Тихо. Так. Уа! Есть! Есть! Где этот снайпер?
Ага. Так. Фух. Ой, мамочки мои. Стоп, еще кто-то. Еще кто-то, еще кто-то. Не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Кто? Кто-то еще, подождите. Да кто? Черт тебя дери, кто? А, вот здесь кто-то, прям подо мной. Боже ты мой. Так. Ага, убежал сюда. Да чё ты тычешь своим пальцем корявым в меня? Сволочь. О, большая банка. А чё-то вроде ее не было тогда. Ладно, или я не видел просто. Бывает у меня такое очень часто. Я, конечно, не думал, что эта гнида ваншотит, правда. Ни разу, конечно, не попадался. Но и не думал. Так. А это у нас ловушки какие-то странные. Смотрите-ка. Какие-то интересные ловушки, смотрите. Хм. Ладно. Или это не ловушки вовсе? Я без понятия. Тот чувак поднимется, не поднимется? Наверное, поднимется. Хорошо бы его сжечь. И вас бы тоже хорошо сжечь. Нет, странно. Вроде как не удел даже. Не реагирует. О, зато с этого жижа выпало. Хм, нормально. Неплохо так спичку разменял, я вам скажу. И это тоже лежит. Но они явно такие, чтобы встать, они здесь. Так, ну-ка, а с этого натечет что-нибудь? Ну-ка, давай-ка, давай. Нет? Отстой. Шляпа. Ну вот, зря потратил спичку. Ну ладно, это фигня, конечно, все. Стоп. Опа. Видали? Неплохо. Значит, и тут тоже можно. Но за детали не дают, видите? Туфта. Детали за это не дают, к сожалению. Сволочей я жечь не буду, пусть лежат. Сейчас сюда подойдем только. Не, здесь ничего. Я боюсь бегать, что они услышат. Как-то заволнуются, решат подняться, разобраться со мной. А мне этого не надо. Вообще. Так что мы тихо, тихо, тихо. Хотя как можно тихо? Я только что тут так шмалял во все стороны. Тихо, блин. О, капкан. Так, тут надо каждое сиденье осматривать. Здесь у нас что? Опачки. Мина, клево. Ладно, туда мы не идем. Понятно. Это если бы я хотел простелсить по воде. Вот тогда бы они мне мешали, мне их надо было бы поджигать довольно быстро. Может, конечно, так и стоило бы сделать, но... Не получилось бы у меня это. Здесь что-то очень сложно. Этот момент реально сложный. Так, еще один капкан. Хотя бы за него дают инструмент, да? Детальку. Дают за него, это хорошо. Так, патроны. Отлично. Бутылка еще одна. Кто там ходит? Да блин. Опять копия? Походу, да, опять копия ходит. Правда, не видно ее вот так вот.
Хотя нет, вот видно. Нет, нет, это тень от чего-то другого, это не от него. Блин, ну что за голова-то такая? А, нет, это не копия, это обычный хрен. У него не бронированная маска. Но все равно он может доставить массу неприятностей. А еще он может меня увидеть отсюда, например. Так. Тихо, тихо. Ага, там у нас взрывчатка. Да подожди ты, якоть. Отлично. Я, правда, не знал про стекло. Прыгай вниз. Если бы я знал про стекло, то, естественно, я бы сначала рукой его выбил быстро. Опять. Черт. Пойду бутылку возьму. Проверим, сработает, нет. Ну залезай. Ну залезай. Он что, не может уже залезть обратно? Издеваешься надо мной, да? Залезь. Ой, да ладно, Себастьян. Ну, пожалуйста, прошу тебя. Я хочу бутылку. Нет, мне придется тратить патрон на эту хрень. Чтоб тебя, блин. Еще две здесь. Понатыкали. Понатыкали этого дерьма. Просто какой-то кошмар. Такую кучу этой дряни здесь везде понатыкали. Там вроде никого нету. Еще патроны. Ну, естественно, а как же мне выбраться отсюда, если бы мне не дали патронов? Ай. Откуда у этих гадов столько болтов разрывных, а? Мне бы столько дали. Вот бы дали возможность разминировать каждый, забрать себе. Вот это было бы шикарно. Вот это было бы по-королевски, я вам скажу. Так. Замечаете, когда... Сейчас, смотрите, сяду на корточки. Тихо. Стою? А? Сразу все шумы усилились. Как бы когда на корточках, у меня есть возможность прислушаться. Вот, кажется, я слышу. Здесь ничего? Нет, ничего. Так, кажется, что? Нет, вон кто-то там ходит. Кто-то там, по-моему, ходит. Или это мое оружие? Я не знаю. Не вижу что-то ничего особенного. Сейчас осмотримся. Главное не спалиться, понимаете? Не спалиться. Да что такое? Опять у меня нет, надо зарядиться просто. Вот, все нормально. Хорошо. Так. Итак. Gotta be a way to get up there somehow. Да, 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 да. Вот мне надо в этот поезд. Я удивлен, что добрался так быстро, правда? Потому что мне лично казалось, что почему я не могу пройти? Я не могу пройти вперед? Да, я действительно не могу пройти вперед. Зато давайте осмотримся, что ли. Так, там у нас ничего интересного. Тут у нас поезд, по которому надо будет бежать. Интересно, внутри него мы будем бежать или сверху? Я бы предпочел сверху. Но если побегу сверху, то будут снайперы. А если внутри, то будет джеб. Так, наверное, я бы предпочел снайперов все-таки. О, господи. Ох, хорошо. Крит — это наше все, правда. Без крита и жизнь не та. Ой, боже ты мой, это что, паучиное логово, что ли, будет сейчас? Смотрите, там все заляпано этой дрянью.
Нет, я не буду косить под Фродо. Нет, не буду. Не хочу. Не хочу косить под Фродо. Ай, черт побери. Ну ладно, пошли косить под Фродо. Отстой. Тут у нас спичечки прекрасные. Наверное, я сейчас эту завесу сожгу. Вот. Иначе бы мне спичек не дали на халяву. Здесь вообще ничего просто так не дается. Так, ну давайте. Жечь. Жечь! Это значит только одно, что впереди будет паучиха. А у меня что-то нет желания с ней сражаться. Потому что... Ай. Ну, естественно, блин. Вот опять эти какие-то... Кафель этот на стенах. Мерзкий. Мерзкий кафель на стенах мне напоминает только об одном, что... Ух ты, гаденыш. Ух ты, гнида. Подонок. Сволочь, почему я не могу тебя атаковать через решетку? Ай, поджечь не могу. Так, спичечку, знаете, просунуть к штанине и поджечь его. Вот это было бы классно. Может, есть резон его прикончить сейчас, но не знаю. Какой-то он мерзотный. Ладно. Конечно, именно поэтому я и должен его прикончить, потому что он мерзотный. О, лежит гадость, смотрите. Сейчас мы ее подожжем. У-ху-ху-ху! Нифига себе, видали? Вот это ее переколбасило хорошо. Уу, аж брейк исполнила. Это дрянь. Классно, мне понравилось. Шикарно. Так, ладно. Что здесь? Больше ничего, да? Коробочки какие-то. Ничего особенного. Только эта сволочь еще будет ломиться. Тихо. Тихо, тихо. Видите, заманивает нас баночкой. Баночкой нас заманивает сюда. Надо поджечь как максимально быстро. Блин, не то. Вот. Шикарно. Кнопку перепутал. Так. И что, ничего не натекло даже? Да ё-моё. Там вон разорванная сетка. Сейчас, может, полезут из нее. Тоже что-то у нас лежит. Хрен знает чего. Фу. Главное подобраться. Ой, мамочки мои, что это? Так. А, его нельзя сжечь. Ну ладно. Хорошо. Бутылки не пинаем. В принципе-то можно, конечно, бутылкой его, наверное, разбудить и его тут расхреначить. Чё думаете, я пролезу? Наверное. Вуу! Какой он брейк исполняет, а? Шикарно. Так, ну и, наверное, я-то ее выключу, а вот дальше что? Я могу ее включить обратно, а? Я бы очень хотел включить ее обратно, ну правда. Блин. Или, возможно, нас просто немножко как бы обучили, что ли, тому, что будет дальше. Да, смотрите, впереди нас ждет то же самое. О, генератор там какой-то лежит. Жаль, он мне не нужен. А стоит, наверное, больших денег. Кажется. Ой, боже мой, что это? Что это за... А, пока эта чертовщина здесь, эта фигня не может зарасти.
То есть, по идее, мне надо вырубить ее и пробежать. Или нет? Давайте посмотрим, насколько быстро зарастет. Ну, в общем, да. И она зарастает. Естественно. Естественно. Конечно же, она зарастает. Там патроны. Хочу патроны. А чё крыса? Вот чё она? Нам сейчас покажут что-то ужасное? А, да! Точно, точно, точно. Пошли банки соберем. Надеюсь, здесь нас не раздавят этой гадостью. Хорошо бы, конечно, паучихи все-таки не было. Правда. О, боже ты мой. Жечь, 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 жечь. Ну куда ты идешь? Сгори уже, мразь. Идет он. Ты выполз, ты горишь. Твоя ошибка, я вообще не виноват. Ничего не натекло? Нет, ничего не натекло. Ну ладно, тогда заберем патроны. Стоп. Как всегда, не заряжено. И ровно два патрона, как раз то, что надо. Так, пойдемте-ка. Фу, с божьей помощью добрались до следующего сохранения, до следующей комнаты. Дневник Себастьяна Кастеланоса. С тех пор, как я получил пакет от Майера, никаких вестей. Боюсь, придется нести эти улики начальству. То, о чем говорит Майер, ужасно, и, возможно, след ведет наверх, в те круги, до которых мне не дотянуться. Но собранных ею доказательств достаточно. Теперь я убежден, что смерть Лили не случайность. В конце концов, они признали, что Майра исчезла, но отказываются подключить меня к расследованию. Говорят, из-за того, что я родственник... Но мне кажется, что они считают меня подозреваемым. Расследование зашло в тупик. Ради своей семьи я продолжу его в одиночку. Так, 20 декабря 2012 года это уже у нас. То есть... Да, мы продолжаем зачитывать дневник Себастьяна. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.